И приветствую всех на канале V Games. Мы продолжаем играть Naruto X Boruto Ninja Storm Connection. Турниры, и сейчас это будет динамичный турнир, чтобы были всякие случайные события, условия, и чтобы, не знаю, было интереснее, а то как-то просто драться с ботом. Это, конечно, сложно, если вы смотрели видос, когда я играл за Барион мод. Это было для меня мучительно, но ладно. Опустим подробности, давайте сыграем. И у нас первым будет, конечно же, будем за Саски. Первого мы поставим кого? Кого можно поставить Саски? Я вообще не знаю, с кем он сражался там в своем Боруто. Ну, давайте поставим Барион мода сразу со мной. Жесть, для разминки. Потом давайте поставим детский сад. Детский сад. Может, с маманькой поставим. Пофиг. Детский сад плюс маманька. И теперь ученик. Когда-то. Или не когда-то, не знаю. Может, Боруто до сих пор он его ученик. Саски. Но давайте так. Мицки. Вообще Саски будет пофиг на Мицки, я думаю. И под конец, конечно же, Ишики и... Ишики, ёптую. Ишики еще не вышел. Джигенчик и... Коджи Кашин. Так и будет. Сокумаде. Давайте начнем. Поддержите лайком, и мы начинаем месиво. Условие 1. Получает урон даже в блоке. Тяжелый урон от ниндзюцу. О боже, так можно... Так можно не доглядеть, и просто мне заданут Росенганом каким-нибудь. И я просто лягу сразу же. Хорошо, вперед. Ну... Посмотрим, на что способен Саски. По сливам я знаю, что он очень шустрый какой-то. В принципе, в DLC в четвертом шторме был достаточно такой шустрый. О! Ни хрена себе, как это было красиво. Саски, ты что делаешь? Ты что такой крутой? Я еще его подменил. Местами поменял. Класс. Какой простор для комбо. Я в шоке. Напусти меня. Я не хочу подмену делать. Вот тебе, Юэн Кока. Что за Юэн Кока? Давай подальше отойдем и сделаем. Двух видов. Дюцу. Капец. Тут такая шустрая игра, она так все делается быстро. Комбо вот это все так делается очень быстро. Я не то нажал. Даже. Ама... Нет! Нет! Не хочу. Блять, мне сейчас будет плохо. Хочу ульту сделать. О, устал, малой. Вот это тебе плохо от этого сейчас будет. Ты забросил тренировки, Наруто. Ну, кстати, нормально. Наруто сейчас присел от использования Барион мода. И Саски такой ручку ему держит на картиночке. Типа, поднимайся, братец. Саски, ты шутишь? Чел против тебя был в режиме Бариона. Конечно, он сильнее, чем ты ожидал. Даже я не ожидал, что он будет такой сильный. Ну, хотя это было, в принципе, легко, но когда он сделал Барион мод, меня немножко заколотило. Ну, кто? Дочь или мамка?
Ну, мамка оттырила Сараду. Не знаю, сомнительно, если честно. Если бы не Шаринган Сарады, я бы сказал бы 100% Сарада лучше, но... Бля. Джиген проиграл. Ну, сейчас будут разборки семейные. Тяжелый урон от Индюцу, урон в блоке. То же самое, только в обратном порядке, по-моему. Я бы просто уже не помню условия первые. Первого боя. Вот мне интересно побить Сакуру. Нет. Не в том смысле, что на доска ее можно бить. Нет, просто... Ой. Хочу сделать завершающую технику на нее. Что он скажет своей жене, которая еще передачу с картиночкой из эры Барута. Красиво. Вот это красиво, но он уже так, такие читы делает. Да уже не знают разработчики, что показать. Не окошо. Не окошокай мне здесь, жена. Да господи. Миллион лет прошло, мы смогли что-то сделать. Огненная стена. Странно. Сакура какая-то стеснительная вообще. Как ты побежала набирать чакру? Да бля, мне надоело подмену делать, когда она просто меня по одному ударчику делает. Ну, мне нравится Чебаку Тенсей Аматерасу. Ха-ха, куда ты попала? О, ну тут попробуй попади. Под пламя Аматерасу. Ух ты. Да, обидно, конечно, но... Спасибо, что завершающий фактор хотя бы был из Барута. А то я играл за Сакуру, версия Барута, делал что-то против кого-то. И она делала, говорила фразочки из своих нарутских. Странно, очень странно разработчики здесь сделали. Не доделали совершенно. Ну, Мицки или Коджи, Коджи Кашин, ё-моё. Кашин Коджи, хочется на него сказать. Хотя так оно и есть. Мицки победил. Ну, зная, какой здесь у него режим Санина. Почему одни и те же условия на протяжении одного турнира? Короче, зная, какой у него здесь режим классный в этой игре сделали, я не сомневаюсь, что Мицки может победить. Каварими но джутсу? Нет. Вдруг так не пройдет. Давай-ка я тебя еще помутуду. Немножко балуемся с комбо. Я не хочу к тебе идти. Куда ты пришел? А я тебя обманул. Только чакру забирается. Конечно, телепортация красивая. Серьезно, ты подошел все-таки? На тебе еще Юэн Кока тогда. Алло.
так тебе. Квари минуджицу. Вообще-то что-то я не вижу, чтобы он был крутым соперником. Как он Кашина Коджа победил, если он Воа? Сам Кавари Минуджуцу. Ха-ха, вот так. Пришел сквозь и бахнул. Понятно. Походу, это была обычная цитатка, не относящаяся к Мицке. Подсвечивается такой. Что-то выше ранга А не получается у меня взять. И, ребята, поздравляем нашего чемпиона Саски Учиха. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Обязательно комментируйте. И всем пока.